Mister, you okay? Бля. Кто здесь? Ёпт. Привиделось, что ли? Не, чё? Живой? Живая душа? Нет. Точно! Ущипни! Сильно? Ай! Сильно? Ай, бля! Я уже неделю людей не видел! Мистер, с вами все в порядке? Я одичал! Ни одной живой души вокруг! Прилег отдохнуть! И тут меня кто-то теребит! Какого числа это было? Вы не помните, мистер? Точно не приснилось. Люди! 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 Ну кто так строит? Кто так строит? Все, в следующий раз возьму особей противоположного пола. Возможно, если психану, конечно. Чтобы щебетали, доставали и выносили мозг. Стоп. Все, я перегрелся. Не. Отмена. Escape. No. Охрана, отмена. Не. Я лучше как-то один. Дедёшенький. Вот самолёт. Люди полетели. Он справа уходит. Люди, стойте. Остановитесь. Никогда не думал, что Дубай это безлюдный остров? Необитаемый остров. Да нет, я бы не сказал. Сейчас мы вместе с вами, дорогие друзья. Помните, как в детстве в журналах были две картинки, иногда и во взрослых журналах, тест на внимательность. И предлагалось всем найти или различия, или одинаковые элементы в большом количестве предметов на картинке. А мы сейчас с вами, дорогие друзья, попробуем все вместе найти хотя бы два одинаковых здания небоскреба на Шейх Заед Роуд в Дубае в районе Марина Молл.
Марина, мол. Дубай. Ой. Какой Марина мол? Марина мол — это третий крупнейший мол в Дубае. Первый, напомню, Дубай мол, потом Mall of Emirates и третий Marina Mall. Marina Mall вот там вот за остановкой слева, слева, слева. То есть вот здесь вот с нашей стороны. А с противоположной стороны вот такая вот картинка из небоскребов. И мы попытаемся вместе с вами, дорогие друзья, найти хотя бы два одинаковых здания. Кто хоть чуть-чуть связан со строительством, ну, чего-нибудь более значительного, чем скворечник или курятник, тот знает, что индивидуальный проект стоит гораздо дороже массовой застройки типичных однотипных домов, которые строятся по утвержденному стандартному плану. И вот представьте себе, индивидуальный дизайн и проект каждого дома, сколько стоит только само проектирование. Ну, здесь местные власти это, похоже, не сильно волнует. Главное, чтобы костюмчик сидел и небоскреб смотрелся. И ни один не повторял проект другого. Ну и вот теперь смотрите сами. Проверим правдивость моих слов и утверждения. Руководство Дубая. Дома свой индивидуальный, каждого небоскреба свой индивидуальный неповторимый авторский дизайн, в чем вы можете и сами убедиться. Но это, как вы поняли уже, это космический дизайн их станции метро. Метро снаружи идет вот на таких, на такой эстакаде сверху. И вы, переезжая из пункта А в пункт Б, с одной станции на другую, одновременно совершаете путешествие по Дубаю, любуясь его архитектурой, красотами и различными диковинками. Есть, правда, две или три станции всего, где метро уходит под землю. Это в районе Дейры. Скажу, две, максимум три, по-моему, даже две, если я не ошибаюсь. Остальные все станции находятся на поверхности и трасса метро тоже проложена сверху над поверхностью земли на такой вот эстакаде. Естественно, не мешая движению автомобильного транспорта, а наоборот, это как элемент, помимо сугубо практического транспортного значения, это элемент
дизайна города. Нашли двух похожих, даже хотя бы похожих, не одинаковых, а хотя бы похожих, и не найдете. Это Дубай, детка. Видимо, представители туристических агентств. Отель-то новый, запустили только 31 мая этого года. А, так это мы еще раньше гидов приехали? Естественно. Так все как всегда. Что, они у нас на канале? Да, смотрят только, знакомятся представители туристических агентств со всего мира. А мы уже здесь, как здесь. И наши зрители. На правах рекламы.